включила. Раз, два, три. Сочи, выходи. Она на меня не прыгнет, там Винни уже. Прыгнет на тебя-то. Сиганет она, вот. Сочулька, миленький мой. Ой, радости-то. Ой, вы этого не видели. Ой, ой, ой. Видели, ты, Свети, моя, давно не видели меня. Так, что меня мучаешь теперь, Инна? Моя подружка. Look at how she loves you. She don't do it anymore. Моя маленькая подружка. Иди поцелуй еще. Ой, ой. Дэниел, she talk to her. Моя подружка маленькая. Писечка моя колюсенькая. Дю-дю-дю, девочка. Ням-ням-ням. Все, завырывалась. Ой, 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 ой. Мама твоя. Ой, ой, ой. Скажет, наконец-то гости пришли. А, да ты моя, моя. Винсента она тоже любит. Скажет, наконец-то кого-то привели хоть домой, а то... Да ты ко мне, ты что, моя девочка, моя, моя, бегом, бегом. Надо разогнаться, разогнаться. Да ты моя, 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 да ты моя, моя. Иди поцелуй, иди поцелуй. О, лизнула. Моя девочка же маленькая. Чешите, чешите. Ой, лапку подняла даже. Быстрее, быстрее, чешите, чешите, пока не убежали. Да, убежали. Нос-то грязный, все, у Данилки зализывает быстрее, что-то. Быстрее. О, это ты моя, моя, моя подружка. Помнишь, как мы с тобой сплетничали сидели? Да, 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 сплетничали. Мы сплетничали с ней. Ой, Наташка, мы с тобой еще и караоке. Да, шерсть сейчас. Я ее собрала. Ой, пить захотела. Ну-ка, как ведь уже покрасили все, я ж не видела. Не, не все, не докрасили. Вот здесь покрасила. Ага. И часики хорошо смотрятся. Да, да, да. Ну, что-то гвоздики. А, гвоздики-то под это. Не, я ему сказала убрать, но он говорит, боится, надо аккуратно. That clock looks very nice on this. Подарок несет. На моем канале вы увидите, как она рождалась. Как рождалась это видео. Это не, ой, это не видео, а как это картина рождалась. Картина. Ой. Да, прям от начала до конца. Как он прям начинал вот здесь. Поставил такую тарелку какую-то. Да? Я не знаю, да, вообще так интересно. Ага. Я еще не выпускала видео, но выпущу. Ой, а это давай пить. А он сейчас линяет сильно. Понятно. Потому что они купаются. Будут купаться. Ну пойдем переодеваться. Мы пойдем в джакузи. Дэниел сервирует у нас для Винсента. О май гад. Вина, Винсент. I'll drive, I'll drive. Yeah, you'll drive. Yeah. You drive me crazy. You drive me crazy. Винюха. А хорошо, и Майган. Люба несет мне валик, ролик. А Люба-то у нас в это блузочки, которые я на подарила на этот на Рождество. Видите, вот. Какая она нарядная сегодня. Кирает тут, брызнули. Подожди, сейчас он пойдет. Лампы я поставила. Пусть они немножко у нас разные, ну это. Пусть разные, зато прекрасные. Да. Сочуля, пойдешь с нами в джакузи? Люба, что уже хоть с рыбкой? Ой, да. Хорошо, уберем этот вакуум. Фу, вакуум этот. Может быть, что-то не потом прибыл. Имя ей не понравилось, дали ей. Okay. В шапку одел. Винни, Винни, let's go. Okay, right, ты снимай это. Okay, давай, Люба. Люба будет показывать, а Винсент пошел смотреть их мебель. Хотя я тоже ее не видела. Мебель, так чтобы вместе его смотреть. Ну я сниму снова, ладно, иди, показывай Винсенту. Винсент. О, look how, oh my god, Винсент. That's nice. Say it. Oh my god, look at this new bed. Yeah. And this. Look at that, that's yeah. Everything. All matching. That's nice. Yeah. This my mom made for Daniel. Wow, this is awesome. Yeah, this is very nice. This is it's called armware. You know that, right? Mm-hmm. Yeah. Oops, sorry. Yeah. Посмотрите, что делается-то. Тумбочка-то здесь красивая. It's very dark. Can you do lighter? New mattress. Can you do light more or no? Cushions.
New mattresses we buy. That is solid. So now Sochi liked your furniture? Sochi liked it now. Oh yeah. She not complain about mattress anymore? She said mattress nice. We still fight about the bed though. She likes to lay like this. Теперь Сочи довольна, и мебель ей нравится, и видите, вот, вот, да, показывает. Люба, выключи хоть, пожалуйста, вот эту. Ой, как она дует-то, боже, боже. Ну вот он, смотри, как у него, он разложился. Ой, какая красота там, боже мой. И крокодил-то у нас там наверху еще есть. А, поставил крокодильчика своего. That's nice, it really is nice. Looks brand new, too. Тут у него все отдельно. It was brand new? Yeah, it's nice. Трусики там, носочки тут, все. Все, трусики, маечки, все. Да, все, сам поделил. Все. А где, ну, где... доставал. Подожди, а где лежат Сочины трусики? Сочины трусики. А где лифчички ее? Where is Sochi underwear and bras? Where are they? Oh, that's underwear and bras. They won't change here, but it's the same, it's my... He don't like, we have curtains, you know. He don't like bright. А Дэниел-то в шапке у нас, yeah. Ушанки. Yeah, yeah, because he sleeps during the day. Yeah. Nice. Yeah, kind of keep it dark. Люба, что вы нам еще покажете? This guy. Mm-hmm. Werewolf. Look at Дэниел. Успел чертовщина на доставку. А где у нас новогодняя комната? Ой, Наташа. Наташа. Чего? Там немножко секретно. Уже Дэниел. По-моему, чего? Чего-то мы там натаскали уже. Уже натаскали? О, you can... Ну да. Come over. You want a Christmas? We have Christmas. This from his job. You want? Oh, it's all candy. That's cool. Yeah. You still have? You can have it, guys. Как ребенок взял такой конфетки. Да. Чупа-чупс дали ему. Luby, is that you and Sandy? Yeah. Wow. It's Luby. You were thin there, very thin. You're like here youngster. I'm 50. А здесь ты не худая. Не худая. Да там только лицо мое. А how old were you there? А, только лицо твое. It's like a little kid. Well, here my там face. Там здесь только твое лицо. Да на той фотографии. А, я думала, здесь, думаю, нафига тебе такое подставлять. Тело. Да, думаю, вообще поедет. Ну, да, там, но здесь-то лицо, да. Здесь я такого же веса, как сейчас. Mm-hmm. Опять поправилась, поэтому. My goodness, you look like a little девочки. Kid there. My goodness. Yeah. You look like a little kid. That's what she used to look yeah. like. But face, Daniel. А вот, Vincent, look at that little grandma. Am I look like that? Yeah, when you get grandma, you look like that. But there's no wrinkles on the face. А подарки-то твои где хранит? Ой, ты посмотри-ка, подарки-то, да-да-да. А он не пьет, что ли, из них? Берегет же. Бережет. Это бережет. Это не для, говорит, пользования. Угу. Это мышка, ведь. Да не... как, а ничего с ним не будет? Я пользуюсь уже 6 лет, не дает мне, просилась, не и дает. И это тоже не пользуется? Ну, пока нет. Да когда же кошелек, я подарила ему. Пусть. Ой, ну вообще. Все бережет. Бережет. Еще не приспичило. Все понятно. Не приспичило еще. Ну все, тут что тут... еще покажешь там? Все, тут а мы уж соскучились по ним, пришли, прям встретились. Дэниел тоже говорит, мы вам по вам соскучились. Да. Да. Ну вот тут надо вот телевизор, видишь, какой-то выбросить его, да все. Все, парни собрались уже. А мы пойдем в джакузи. Тут еще джакузи надо добраться, у него все повыкидывать, угадать. Ну, главное, Трамп на видном месте, все остальное Трамп, фигня. Да. Винсент, look at that. Винюш, Винюша. Look. Yeah. Трамп. О, look at you. My goodness. No, I don't carry one in the chamber. А, он показывает Винсент, что он купил. Люби, show to Люби how you take it out from your pants. Wow. Oh, sure, that doesn't sound good. Show Люби how you take it out of your pants. How you keep? Yeah, show it. Show it to her. Show it to her? Yes, okay. Put the gun. Окей. Okay. Видишь, вот оно, вот только вот такая штучка. Yes, да. They think this is a cell phone. Right, and yeah. You don't see, because it lays right alongside the hoodie. А я думаю, что она щупала. Yeah, that's one of the guns you want to make sure you keep safe. Wow. That's right. Okay, I cannot see it. Okay. And then when you pull it out like this, real fast, and like see? That. Cool. I like it. Видишь как? Mm-hmm. И никто не подойдет к твоей тарелке ничего брать. You like it, though? But for your work? I wouldn't like this
If you were allowed to have the regular, if you were allowed to have a regular holster, I would like a regular holster. But this, in this state, they can't see. They can't see the gun at all. But you can use with you all the time? Yeah. You have permission? Yeah. Oh, yeah. Well, there's certain places. Okay, get one ready. One more time. Whoop! Wow. Удивил так удивил. Вот так чудеса. Петушок. Right next to the Петушок. Next to the Петушок. That's where it goes, right next to the Петушок. Uh-huh. Right there. I gotta get used to it. Gotta break it in. It's a pain in the ass to break in. Oh. Well, yeah, anything new. Even don't see, huh? No. Он говорит, даже если футболку заправляешь, he said, even if you put your thing on, it's gonna be like a cell phone. Wow. Nobody see. Mm. Yeah. Vinyusha, you becoming dangerous. That's right. Okay. Oh, look, you got it going. He's gonna but I'm blue. Chair here. But it's moving. Oh, yeah. I'm unfrozen, but I'm blue. И так начинаются игры у мальчиков. Мальчиков игры. И мы пошли в джакузи с Любой. Не может освободить кресло принцессу. That's the same one you got. А наша девчонка-то, подружка-то. Подружка-то надо зубы чистить. Зубы чистить, моя девочка-то. Купила всю. С горячата. Да, она маленькая девочка. Дети моя холесенькая. Все слепила. Все слепила. Пушка наша. Ага. Ой, темно. Я не знаю, сколько мы уже не были в джакузи, Люба, с тобой. Кто там говорит-то? Ничего не видно. Ничего не видно. А, вот сейчас видно воду-то. Я, Люба. Наталья добралась до джакузи. 100. Ей мало, наверное. 100. Надо тогда 104. Тогда спалили, помнишь? 104-то. Спалили. На улице холодно, хорошо. Зато дольше посидишь. А это-то глянь. Подруга-то пьет. Она выпьет весь бассейн, уж как-то не плавать. Ну, сейчас я к тебе приду, и мы включим массаж. Всем нашим подписчикам, девочкам и мальчикам, привет. Давайте все сюда. Гребите сюда. Сейчас я залезу, мы еще... Ой, я не могу сняться, там не надо. Не можешь? Вот Наталья принимает, видите? No. What are you doing? О. Жалко, что я на диете, я мне выпить нельзя. Жалко. Как бы я еще бы сейчас с бокалом бы. Ага. Daniel, don't shake me. Хочешь, его в джакузи? Да. А. Сейчас я приду к тебе. Люба, а? Мыться давай. Мыться. Света у нас мало стало, уже надо добавить здесь. Давай, Булька, я сейчас давай, подскочу. Давай, забирайся ко мне. Неси баранки, чай. Наконец-то. Вот матрешки две. Добрались мы до джакузи. Да. Я не знаю, вот в том году ни разу, наверное, мы не сидели, да? Мы сидели в том году. А что, позатом мы сидели? Да. Нет, в прошлом нет. Ну как нет? Сидели. Телескоп-то начался на прошлом году. Посмотрите, у нас тут пена. Хоть мойся. А потому что сильный массаж с двух сторон. И вода горячая целый день. Сегодня у нас какое число, Люба? 4 марта уже. 4 марта. Но. У меня завтра у Артемушки день рождения. Пока это видео выйдет, уже, наверное, и 8-й год. Чего скажем-то? С женским праздником. Ой, точно, 8 марта. Да. Женский праздник. А я не поняла, что ты про 8 марта говоришь. Да. Женский праздник, да. 8 марта вам делать у вас, девочки, мальчики. Да. Мальчики, девочки. Мужики у нас танки, а мы в джакузи. Да. Пока еще прохладно. У нас вообще не прохладно, а холодно сейчас на улице. Ой, нос хоть да, бы не отморозить. Хорошо. Хоть бы уши не замерзли. Да, уши-то не замерзли. Да. А сочуля-то там? Ну что, Люба, держи свою палку. Палку-то. Выручалку. Сказали одно и то же. Надо вот с одной стороны выключить, а то пена нагонит. А ты любишь откуда слушать? Я не понимаю. Вот это что такое? Что у нас тут? Раз в году, каждый год 31 декабря мы с друзьями ходим в баню. От грома. Вот. Пена везде у нас. Да. Везде пена.
Более да, от грязи от нашей. Нет, ты же любишь мое самое. Чего? Мыло, ты всегда звук. Мыло положил? Не. Во-первых, от купальников может еще выделять. А, ты сейчас стираешь да, купальники. Да. Я же обычно не одеваю купальники. А тут сразу два купальника залезло. Ой, уже 8 марта. Мы с Любочкой сейчас помянули маму ее еще раз. Так что вот, знаете, как Люба сказала, мама любила шутки. Ой, любила, до последнего, да. И поэтому мы слушали музыку и вспоминали. Говорит. Ну, я не могу с мамой ее вспомнить, я ее не знала, но Люба мне про нее рассказывала, как она шутила и все. Поле чудес посмотрела перед смертью, пошутила да. И ушла. Я очень, как сказать, спокойно, что конечно. Она ушла, так, как говорится, легко. Легко. Дай Бог всем такой смерти, да, заснуть да, и не проснуться. 90 лет. Я даже очень спокойно у меня на душе. Она всегда со мной, в моем сердце, поэтому особо не хочу так с ума сходить. Поэтому я тебе от всех наших подписчиков, у нас того общего подписчика, передаю соболезнования. Спасибо. Поэтому все будет хорошо, жизнь продолжается. Спасибо, что поддержала меня. Да. Вот. Об этом и нельзя все, бояться говорить. И всем спасибо. Столько да. было соболезнований, да. столько было поддержки. Поэтому я благодарна очень, конечно. Это я уверена, что это мне помогло. Люба с ней разговаривала постоянно. Мама постоянно. На ней обижена 100%. Нет. И я ей только предложила приехать, она сразу засобиралась умирать. Говорит, ой, что ты будешь маяться? Ехать, самолеты разбиваются, ой-ой-ой. Да Люба сама вся больная, я не знаю, пережила ли ты бы это кто перенес. По показаниям врача, у меня же по показаниям врача, лучше сейчас пока никаких стрессов. Держит меня под контролем, чтобы с ума-то не сошла. Вот с Натальей, благодаря Наталье и Ютубу я полностью отвлекаюсь, чтобы никакой депрессии не было. А то депрессия, это, наверное, даже не обязательно от того, что жизнь скучная. А просто что, ну, понимаешь, с возрастом гормоны, наверное, меняются, да? И вот происходят такие-то непонятные эмоциональные вот срывы, которые ты не можешь контролировать. Да. Ну, я думаю, что я хоть сейчас принимаю препараты, но думаю, что возьму в руки себя и смогу. Ты знаешь, очень много людей, которые понимают, соболезнуют от души и... Конечно, там были какие-то гадкие комментарии. Не но... хочу я ни в какую абсолютно. Депрессию впадать. Я не могу себе позволить заболеть, иначе я не смогу работать. Я же работаю с такой категорией, я должна всегда улыбаться. Да. Что у меня в душе? Тут вообще не принято показывать. Правда, меня заметили, когда пришла на работу с сотрудницей. Я хотя улыбалась и ответила им, как всегда, хай. Но они, у тебя что-то случилось? Are you okay? Сначала я сказала, окей, они все равно мне вдогонку, а еще... Я рассказывала сегодня, сегодня в микроскопе рассказывала. Все равно заметили, понимаешь? Да. Я тогда сказала, меня пообнимали. Вот. А так каждому я больше не рассказывала. Кто меня заметил, что у меня что-то случилось, я сказала. А так всем рассказывать, знаешь, зачем? Это мое личное переживание. Да. Мое личное, я по-своему, как умею. Как мне наградила природа, так и переживаю. Я знаю, что мамочка на меня не в обиде. Совершенно. Конечно. Совершенно не в обиде. Мы все... Маме на счастье. Главное знать, что дочь счастлива. И что ты живешь здесь, и у тебя муж, и все. Она всегда Данилке передавала. Да, это ее приветы. Счастье. А то, что Люба живет в соседнем городе, извините. Так она, последний ее разговор, она побеспокоилась, чтобы... Спросила, а посылку-то получили Дэнилу-то с препаратами, да, с таблетками. Представляешь, что да. спросила? Это был последний разговор. И не хворайте, сказала. Вот это ее, да, она совершенно даже не хочет, чтобы я никакие неудобства испытывала. Ну давай, скоро нас головой закроют, Пеной. Ну все, всем пока. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо вам за то, что за поддержку. Да, спасибо. Приятно. Что вот так вот, да, я вообще прям была, конечно. Не чувствовала себя одинокой. И ты постоянно со мной созванивалась. Да. Конечно, первые пару дней было как-то так, не по себе. А сейчас уже я даже наоборот спокойна, что все так хорошо, что мамочка отмучилась. Ушла легко.
Ну все, а пусть земля будет пухом мамочки Любиной. И жизнь продолжается. Жизнь продолжается, конечно. Это не говорит о том, что я ее не помню. Я всегда ее помню, но я буду смеяться, веселиться, продолжать жить. Все. Пока. Надо купаться. Это просто будет сейчас, я вам хочу сказать. Грязный. Это будет просто номер для. Как? Не для слабонервных. Давай, я вам скажу так, что если лед бросить в эту воду, лед не растает. Потому что вода просто ледяная. Сколько градусов в воде? Это не градусы. 20. Это по Цельсию. По Цельсию. 20. 20 это теплая вода. Нет. Летом мы купаемся 70. Так 20 не по Фаренгейту. Так значит. Она 70 и есть. Ой, милая моя, так ну 70 это нормально, иди тогда купайся, ну значит. Я вам хочу сказать, что сейчас брызгала, и я чуть с ума не сошла. Ой, Люба, Люба, милая, ой, да как же ты. У-у-у, холодина такая, боже. Я стою, уже все замерзла я. А Соча-то побегала. Соча-то убежала, испугалась. Я все, начала купальный сезон, Наташка, спасибо. Люба, я с ума сойду. У меня 6 дней, я теперь днем. Я пока сейчас стою, я так замерзла, что это вообще. Ой-ой-ой, выключай. Все, начала купальный сезон. Все, пойдем быстрее. Благодаря тебе. Все, пойдем.